сейчас, учитывая, что возраст уже почтенный, вот. Но на соревнованиях по биатлону из 147 человек он еще 6-е место занимает. Знаете, что мы гордимся Николаем Владимировичем, что у нас вот такие люди растут на Гомчельмашке. Значит, я выросли, растут, еще раз повторяю, растут. Ведь никому не секрет, что Сельмашевская школа – это незыблемая школа кадров и людей. У нас на Сельмаше, я хочу сказать так, здесь немного не говорили, вот, ну, а кто может сказать, кроме Сельмаша? Значит, у нас мы вырастили 4 героя советского труда. У нас на сегодняшний день 1500 ветеранов Гомсельмаша, которые мы присваиваем ежегодно, эти звания. 350 человек почетных гомсельмашевцев. Уже сегодня 69 человек заслуженные работники. Thank you.